дети, ученые, писатели, художники, композиторы. И в то время, когда весь мир сейчас погряз во лжи, в подлизывании друг другу задниц, в алчности, в наживе, в разврате, у них у всех затуманен разум. Никто в Европе и тем более в Америке не готов терпеть для себя хоть маломальские неудобства, которые представляем для них мы. А мы держава, мировая. Мы народ, который выживает в любых условиях, и в сибирский мороз, и в голод. Скажите мне, кто еще такой закаленный, кто такой сильный, крейзи, как называют нас в Америке, когда у некоторых сиесты, сабаи работают в полноги. Мы можем трудиться по 12 часов в смену, потом приходить домой, варить борщи, убираться, делать уроки с детьми. Мы с вами супернация, мы супермены, супервумен. Но самое главное, мы всегда были честны, всегда топили за справедливость и всегда будем патриотичны. Мы хотим мира во всем мире и мира для всех нас. А они хотят денег, они хотят гегемона, чтобы всех нас поработить. Потому что мы им неудобны, остальные просто продажные прислужники. Русский народ не надо обижать. У нас есть только один грех. Это то, что мы порой теряем веру в себя. Мы забываем, кто мы такие, нашу историю, что мы с вами самый великий народ. И я сейчас ни слова не говорю о власти. Какая бы власть ни была, мы народ, великий народ. Мы самый лучший, самый добросовестный, самый трудолюбивый народ на свете. Мы люди, и мы должны включить свои головы, раскрыть глаза, посмотреть, что вокруг нас, каждого из вас. Сосед, продавец в магазине в ближайшем, водитель автобуса, нянечка в детском саду – это все великие люди. И когда мы друг к другу будем относиться с уважением, когда мы друг другу будем делать добро, не ожидая ничего взамен, когда каждый человек почувствует свою истинную ценность, патриотизм, тогда наша страна сама по себе расцветет, понимаете? Без чьего-либо участия. Мы с вами великие люди. Мы с вами великий народ. Не забывайте об этом, пожалуйста. А если забудете, пересматривайте это видео и поддержите его, пожалуйста.